Один год, одна задача. По такому принципу проходит реконструкция поместья Куриса в селе Курисово, бывшая Петровка. В этом году планировали полностью перекрыть крышу и завершить все кровельные работы, с чем удачно справились соучредители фонда имени Ивана Куриса, которые сегодня собственными силами уже не первый год воссоздают по крупицам замок 19 века. Мы 200-летию замка. Мы закончили уже межэтажное перекрытие. Сделали армопояс, чердачное и кровлю. Потому у нас сегодня следующий этап остается Мавританская арка или Воронцовская арка. Мавританская арка – это произведение искусства и в то же время настоящая головоломка для подрядчиков. Воссоздать этот шедевр не берется пока никто, ведь она построена таким образом, что камни как будто просто притягиваются друг к другу. Уже 4 подрядные организации, которые сюда приезжали, не берутся выполнить такую работу. Очень достаточно сложная кладка – воссоздать этот естественный каменный купол. Но я думаю, что в общем-то, к началу следующего года мы найдем такую организацию, которая возьмется и выполнит нам эти работы, потому что мы хотим восстановить все максимально аутентично с минимальным использованием современных материалов. Примечательно, что арка в Алупке в Воронцовском дворце идентична нашей одесской. По легендам, Воронцов, бывая в гостях у Куриса, заинтересовался необычной и стильной архитектурой усадьбы, поэтому приказал повторить арку у себя в Крымском дворце. Валерий Кондратюк уверен, такую уникальную архитектуру нельзя портить современными технологиями. У нас есть проект, согласно проекту мы, соответственно, и должны это сделать. Мы не можем альтернативные варианты там сделать его с бетона или сделать его там с металла. То есть, потому нам нужно в любом случае сделать так, как оно было, чтобы оно не общую композицию замка не менялось. Чтобы ускорить процесс восстановления усадьбы, был создан благотворительный фонд имени Ивана Куриса, который должен был аккумулировать средства всех желающих помочь спасти исторический объект. Правда, признаются учредители, в основном реставрировать приходится за свой счет. Историю родного края любят пока в основном на словах. Перед тем, как реализовать идею с реставрацией усадьбы Курисов, мы вместе с еще двумя единомышленниками, с Валерием Кондратюком, Владиславом Станковым, организовали благотворительную организацию «Фонд имени Ивана Куриса». Основной задумкой было привлечь в этот фонд еще небезразличных людей, членов общества коллекционеров, небезразличных к истории Одесской области, тех, кто мог бы подставить нам плечо, потому что, как вы уже увидели, достаточно большая площадь. На сегодняшний день мы, в общем-то, самостоятельно проводим здесь эти работы. За это время не появилось таких симпатиков. Тем не менее, у реальных инвесторов возрождения усадьбы наполеоновские планы – создать центр семейного отдыха, изюминкой которого станет антураж 19 века с атмосферой реального дворянского поместья. Для того, чтобы реализовать нашу идею и открыть здесь центр такой семейного экотуризма, который бы включал в себя и музейный комплекс, и интерактивную галерею, и возможность просто приехать и побыть здесь несколько дней, соприкоснуться с атмосферой 19 века, посмотреть на Телегульский лиман, побывать в лесу. Ну а пока ремонтные работы не завершены, все любители истории могут выбраться на тур выходного дня по усадьбе 19 века без лишних изысков, насладиться чистым воздухом и магической атмосферой поместья Курисов. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».